И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Как вы видите, я не на своем основном аккаунте, а нахожусь на непосредственно майорчике Тимпи Арми. Кто олд, кто давно подписан на канал, тот знает этот аккаунт. Для кого-то это может быть какой-то новый непонятный аккаунт, но на этом аккаунте также относительно недавно я открывал контейнеры на битве контов против Славончика. Да, кто не видел, стримчик на канале тоже есть, можете почекать. И сегодня мне пришла в голову мысль одна интересная. Как вы знаете, у меня это непростой, необычный аккаунтик. У меня здесь есть МК-7 стрейкерочек, есть Харек МК-7 на 9 шагов качный. Даже можно его сейчас поставить на следующую прокачку. И это значит, что у нас есть полноценно очень крутое, одно из моих за последнее время любимых вооружений. Сегодня мы тестанем Хорната Страйкер. Конечно же, с дистанционным подрывом на майорчике и посмотрим, что же творит это вооружение в матчмейкинге на этих званиях. Дистанционочки, конечно же, у меня нету. Поэтому, друзья, я думаю, что 150 тысяч кристаллов равно вашему лайку. Мы покупаем. Без никаких скидок, без ничего. Только ради контента, ради видоса. Единственное, что хотелось бы сказать, то, что у меня здесь нет никакого дрона. Да, вы знаете, что без дрона урона будет меньше. Ну, ладно. Как будет, так будет. Надеюсь, что все равно будет хорошо давать. Ну и потихонечку будем качать здесь Хорнеты Страйкерочек. Если вам понравится этот видос, а я надеюсь, что он вам понравится, то мы будем на Хоре Страйкере дальше двигать этот замечательный аккаунт. Я все еще до сих пор не собрался с создачей нового аккаунта новобранца, но теперь зато у меня, я вспомнил, что есть аккаунт Хорната Страйкер, и мы все это дело затестим. Поэтому все, больше говорить ничего не буду. Контроль точек сыграем сегодня, второй режим, не знаю, какой-нибудь еще выберем, и посмотрим, что же у нас вообще получится. Надеюсь, что вроде я все правильно, четенько одел. Соответственно, мне уж очень сильно интересно, насколько жестко Хоре Страйкер будет нагибать, а может не нагибать на таких званиях. Так, карта не самая, конечно, прекрасная. 6 на 6. Хоре Страйкерочек. 7000 ГС у меня. Здесь резисты должны быть довольно неплохо качанные. Так, мне надо тоже не забывать, что нету особо никакого смысла прожимать ДАшку с самого начала. И на ДД у меня тоже будет кулдаун. Ну, а может есть, не знаю, короче. Ладно, первые 2 килла даем. При том, что это очень быстрые 2 килла. Так, быстро с дистанционки накидочку оформляем. Сейчас я думаю, что на таких званиях противник будет немножко офигевать от того, как в него будет залетать урончик. Ну, я бы на их месте бы точно офигевал. Так, хороший крит залетает. Тыщенку на добавку. Еще тыщеночку сверху. Ну, посмотрим, что будет думать у нас игроки в матчмейкинге. Может, мне кто-нибудь даже читером обзовет. Если обзовет, будет прикольно. Так, давайте, работаем. Стараемся давать киллов побольше. Единственная проблема, да, то, что у меня будет кулдаун. Здесь, конечно, бустера бы выкачать в дальнейшем. Было бы шикарно. Но я думаю, что даже можно и без расходочки нормально насыпать урона. Крита по полторущику. Ну, ладно. Я думал, что меньше просто процента улетит. Так, 7 киллов уже. 7 киллов за минуту 20. Неплохой старт. Неплохой старт для такой карты. Так, дроповая расходочка теперь мне точно нужна. И было бы неплохо еще бы ДДшечку дроповую найти где-нибудь. Так, какой-то орифри скачанный, по ходу дела. Так, крита насовываем. Полторасик крит неплохой. Так, 1200 по этому молодому залетело. Так, и наши тиммейты уничтожили оппонент. ДДшечка падает под мостом. Извиняюсь. Что-то попало не в то горло. Так, давайте. Продолжаем работать. ДДшечка есть? ДДшечку надо где-то найди. Дроповую. Крита все так же четко. Урончик залетает. ДДшечка будет там. Под мостиком. Осталось ее только дождаться. Хоре Фризика тоже накидочку. Даем хорошую. Чего уже пишет Браш. Не знаю, что это означает. Но, может быть, он офигевает. Так, 10 киллов. 10 киллов. 10 киллов. 10 киллов. Неплохо. Неплохо. Могло быть лучше, конечно. Если бы это было бы у нас какая-нибудь карта побольше. Ну, сейчас мы... Еще все. Все у нас впереди, друзья.
Сейчас мы еще запикаемся. Для первой каточки пока что идем очень неплохо. 11 к 2. Давайте, давайте, давайте. Насыпать, насыпать урона. Ай, Хоре Фриз какой-то очень жесткий. Сколько у него ГС? Так, Хоре Фриз, Хоре Фриз, Хоре Фриз. 6 тысяч, да? 6 тысяч. 6 тысяч ГС, хорошо. Так, пробуем накинуть. Блин, думал, что с ДДшки нанесу сейчас еще побольше урончика. ДДшечки нету. Бустер, конечно, очень жестко апает это вооружение. И с ним можно намного лучше наносить урон. Ну, вот этот первый с респа. Хорошие плотные тысячки. Но даже и без бустера пока что все получаете. А, чё залагал, я думаю, чё ему накидываю. Урон не проходит. Надеюсь, солью его до прожатия овера. Есть. Так, мы проигрываем бой, надо постараться его выиграть. Так, есть овердрайв на центре. Надо, конечно же, его здесь забрать. Не можем же мы оставить целый овердрайв оппоненту. Целый овердрайв. Так, верхом сыграем. Первую тычку наки... Ой-ой-ой, хорош, диктатор, лучший. Так, еще кого-нибудь найти. Я не успел попасть. Ехал он. Так, хорошо, диктатор, это очень шикарно, что мне сейчас раздал. Можно еще добавить пару-тройку кильчиков. Хороший выстрел. Так, сейчас еще здесь на качечки даем. Так, там на добавке. А, на добавке там через верхний залетает. Ладно, через бачок тогда залетит. Так, и тут еще по викинга громчику чуть-чуть накинули. Неплохо, неплохо, неплохо. Двадцаточка, двадцаточка. Три минутки до конца еще есть. Стараемся, стараемся, стараемся. Стараемся накинуть побольше. Чем больше, тем лучше. Так, маловато, если честно, по 700 только. Только по 700 заезжает. Так, сливаем, хорошо. Васпика еще. Васпик играет с защитничком. Да, насколько больше урона, вот, друзья, если кто знает, насколько больше урона было бы сейчас, если бы я бы играл бы с каким-нибудь дроном. Напишите в комментариях, мне будет интересно узнать. Сколько я урона потерял. Насколько жестко я мог накидывать. Ну, я думаю, что в скором будущем, если вам зайдет этот видос, и вы захотите, чтобы я на этом аке, может, даже на стримах где-то закатывал, то мы приобретем здесь бустерочка. Под Хори Страйкер, бустерка, будет вообще шикарно. Будет идеально. Там дроповая ДДшка лежит. Мне бы ее подобрать. Мне бы ее подобрать. Было бы неплохо. Так. Сразу накидать. Хорошо, добавки еще. Хорошо. Сейчас крит. Крит, где мой крит? Блин, ко мне в упор лезет. В упор лезет. Ай. Не уехал. Так, ДДшка. Ой, я все перебрал. Овердрайв летит. Овердрайв. Есть диктатор. Диктатор овер мне не прожал. Ну, ничего страшного. Обижаться я за это не буду на него. Не прожал, не прожал. Блин. 23 килла. Маловато, если честно. Маловато. Я думал, что у меня получше получится. Контрит. Контрит. Плюс без бустерочка. И плюс без... Без никакого вообще, в принципе, дрона. Че овердрайв какой-то печальный прожал. Ладно. Ил может... Не, комбэчно мы уже не успеем, но надо попытаться хотя бы точки захватить. Хотя бы захватить, может. Так, скруточку красивую оформим. Будет хорошо. Две точки под нашим контролем. Васпика бомбочка. Ай, Хоря Фриза не добил. Ай, не добил. Чуть-чуть. Чуть-чуть не добил. Чуть-чуть не свезло мне. Ну и тут плюс к бригадирам кинуло, да? То есть как бы звание на повышение. А вот что будет на своих званиях? Там уже вопросик. Лак. Неприятный. Что будет на своих званиях? Это интересно будет посмотреть. В принципе, неплохо. Даже. Даже для такой катки неплохо. 26 киллов. Хорошо будет. Сейчас запикаемся, попробуем. В регби, я думаю, что там будут ребята сконцентрированы на мячике. Они будут сконцентрированы на мячике, а я попробую дать киллов как можно больше. Ну, пока что так себе, так себе, так себе. Я думал, что может даже и получше получилось бы. Пока не очень шикарно, но надеемся. Надеемся, что сейчас что-нибудь залетит. Что-нибудь залетит. Что-то пикает очень долго. 25 секунд в регби. Я думал, побыстрее будет. Если честно.
ТДМ-ке, наверное, самое простое будет давать киллы. Там, скорее всего, самые боты играют на таких званиях. В других режимах уже ребята чуть больше понимают что-то в этой игре. Но пока что нас не закинуло еще до сих пор. 45 секунд. Ждем. Ждем, ждем боя, ждем боя. Надеюсь, что это не критическая ошибка какая-то. Просто матчмейкинг не находит регби-каточку. Подождем еще немного. Может даже медус на паузу поставить. Если так долго не запикивать, чтобы мы вместе с вами не теряли моменты. Давайте я поставлю и как только запикает, продолжим. Так, наконец-таки лечу я куда-то в бой. Ой-ой-ой-ой-ой, куда меня закидывает? Меня закидывает на Брест. Очень хорошая карта для дистанционного подрыва. Звания такие средненькие. Есть и мои звания, есть и поменьше, ребята. Поэтому смотрим. Пробуем накидывать плотно. Давать по оппоненту. Смотрите, что у нас здесь получится. Счет 1-1. Доставочка тоже приветствуется. Поэтому пробуем. Пробуем что-то здесь насыпать. Насыпать. Так, мячик. Противник контролирует на доставке. Шикарный контроль, я скажу вам, молодые люди. Шикарный контроль, чтоб я доставил. Это называется бесплатная доставка. Так, а тут вообще какие-то нагибаторы, да, по званиям. Я так смотрю. Здесь такие хорошие ребяточки играют. Вот это баланс, я понимаю. Даже не то, что воронт, они меньше воронта получается, да? Блин, так нормально можно, значит, накилять. Не так много, конечно, таких накидывает ребят. Ну, ГС вы видите, какой у них, да? Только один капитан с 5000. Я для них кажусь вообще очень-очень сильно прокачанным. Ребята такие любят говорить, что... Ну, какие-то читаки, знаете, там катают. Бешеные вооружения. Откуда у них есть такие. Так, ну ладно. 4 минуты было до конца, поэтому я их сильно особо не потревожу, наверное. А, я думал, залагал. Они что-то подлагивают там. Молодой какой-то подлагивает. Или что, он накрутку какую-то бешеную делает. Он какой-то нагибатор. Какие-то накрутки у него тут профессиональные. Что он тут напридумывал. Так, 10 киллов есть. 10 киллов есть. Мы ведем, но ведем пока не совсем хорошо. Да, то есть отрывчик такой себе. Пробуем сейчас накидать. Пробуем накидать. Если получится, то будет хорошо. Так, еще добавочки. А, это вражеская Тесла. Нифига себе. Я думал, это мой тиммейт. Шар меня пустил. Это, оказывается, еще и вражеская Теслочка. Фига себе, ребятки, какие тут играют. Опасные. Прям нарез приезжают и начинают накидывать. Так, у меня есть овердрайв. Овердрайв, аптечка. Все есть. Только ДДшки нет. И так все есть. Ладно, с респата до нового лучше треснемся. Так, 30... 300 очков, да, 14 киллов я дал. Если такую катку сыграть с нуля, то мне кажется, должно получиться очень круто. С нуля, если такие каточки покатать. Ну, у нас получается это такая. Полукаточка, полу. По 2300 с овердрайва. Очень хорошо. Очень плотненько. Накидочка срабатывает. Полноценно 3-4 танка, да? Можно унести. Даже на... Не фулкаченном страйкерочке. Так, наверх что-то у меня не летит. Там ДД дроповая есть. Надо ДДшку дроповую забрать. Опять какой-то молодой залагал. Очень много лагает, ребят. Видите, сколько залагивает молодых нагибаторов. Очень много залагивает. Так, пробуем. Пробуем сейчас что-нибудь здесь покидать. Вы знаете, что это жесткая позиция для Титана Теслы. Я думаю, что может быть и без Титана Тесла это жесткая позиция. Сейчас попробуем сыграть через эту позицию. Что вообще было бы, если бы я по Титану Теслу сделал бы на таких званиях, а? Ну, это было бы, наверное, вообще габелла полная. Это была бы фул габелла. Представьте, на Тесле с нуля прокачиваться. Вот это мне идея сейчас в голову пришла. Я в шоке. Такие в видосах идеи рождаются. Так, 20 секунд остается до конца. Я, кстати, об этом не задумывался.
22 кило. На чем вы хотели бы, а? С новобранца до легенды, а? На Теслочке или на Страйкере с дистанционным подрывом? Ребят, напишите в комментариях. Я вот не знаю, как родилась эта идея в моей голове только что. Ну, мне она чем-то даже понравилась. Так, ну я бы хотел бы сыграть все-таки полный бой. Я сыграл 4 минуты в регби. Может быть, сейчас вот на полный боечек меня закинет регби полноценный. Полноценный. Вот если закинет, будет просто топово. Вместе с вами мы сыграем его. И это будет уже тогда ластовое. Ластовое. Но хотелось бы все-таки сыграть что-то большое. Сейчас я дал там чуть больше двадцатки. В принципе, неплохо. Неплохо, неплохо. На фондах там вообще можно нормально позарабатывать. Так, карта, ну, наверное, не самая удачная, я бы сказал. Для регби Вольфенштейн. Попробуем сейчас что-то сделать. Через центр поиграть. От центра покидать как можно больше урона. Мне бы еще бы посмотреть, где здесь ДДшки дроповые падают. И поиграть уже непосредственно от этих зон. Так, у молодого человека резист от страйкера. Мы его, конечно, здесь отреспим. Здесь какая-то у вас по Теслочка. Шафт, не знаю, целится, он может попасть в меня или не может. Так, ну ладно, пока на урончик играем. Пока байтим противника на себя, играем на урончик. По такой тактике сыграю. Урончик пока что вроде неплохой залетает. 3 кило уже есть. Какую-нибудь позицию выберем для себя хорошую, где можно покилять. И будем стараться накидывать. Так, Валерочка. Валерочка хочет меня слить. Так, а мы играем так, чтобы Валерочка нам особо ничего сделать не смог. Так, Тесла тоже пытается там сыграть, и госпожига приезжает. Ладно. Не получилось. Не получилось. Я за многое захотел, наверное. Чтоб мне дали еще пожить. Расходки, конечно, не хватает. Вот это его бустера, конечно, хорошего. Плотненького бустерочка бы. Сюда бы. Не хватает немножко его. Так, ну вообще играют. Слабоватые ребята, я прям сразу вижу. Здесь прям вот слабеньких закинуло. Ну, это был шанс на доставку. Это был шанс мой на доставочку. И 0 урона все испортили. Ужас. Еще и овердрайв профукал. А был хороший полноценненький шансик на доставку. Так, ладно, 8 киллов. 8 киллов очень мало. Очень-очень мало. И, кстати, это вроде как первый видос на дистанционке, который я записываю и играю одновременно, потому что на дистанционке я записывал видосы уже после игры, после полноценного боя. Поэтому тоже интересный факт. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Так, есть хороший моментик. Сейчас васпа уничтожить, а потом через этот фланг проехать, сыграть. Так, давайте еще вот этого. Да, 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 только не подбор, только не подбор. Ай, ну куда они подбирают? Для чего ты ему мяч? Объясните мне. Так там по Тесле можно было накидать. Ладно. Не залетело. Так, наш тиммейт летит ставить. Но, конечно же, он не доставит. Так, 80% у меня. Давайте пробуем сливать. Сливать. Так, титанчик. Упали, сыграет. Доставку оформит, как вы думаете? Наверное, оформит. У него защитник. У него защитник какой-то жесткий тип. Если что, я ему помогу. Подсопорчу его в этом плане. Вообще шикарно было бы сейчас на доставке сыграть. Сыграть на доставке, пожить здесь. Пожить на доставке было бы шикарно. Но у меня опять расходка уходит на кулдаун. Ужас! Очень тяжело без расходки. Очень тяжело. Очень непривычно. Но это вам не основа с бустером каким-то. И не с фул прокачкой. Это все-таки мульт. И то у меня даже есть очень хорошее преимущество. Поэтому жаловаться, наверное, мне вообще не стоит. Опера Рик. Будет сейчас пытаться ставить. Наверное. Залетит там, доставит. Ну, 1-0, в принципе, уже хватает чего-то такого. Можно сейчас попробовать просто чисто на киллы поиграть. Только вот я не могу найти зону на этой карте, где можно было бы встать. Шикарно. Шикарно. Так, есть дроповая ДДшка. Очень мне пригодится она.
Так, а вот зона как раз-таки открывается, очень хорошая. Вот зона хорошая открывается. Так, ребята будут ехать на подбор. Вообще вот здесь вот можно встать. Здесь встать и накидывать. Можно очень плотно. Главное, чтобы он купол не прожал. Противник там мяч повез. С разворотом ему. Не накинем особо много. Б, может доставить. Неаккуратно я сыграл. Рисково. Неаккуратно и рисково. Так, и шафт мне дает. Шафт дает. Две минутки до конца. Хотя бы 30 килов бы всунуть в этой катке. Было бы хорошечно. Хорошечно. Поэтому попробуем сейчас сыграть через бортик. У меня есть овердрайв. Прожмем овер. И попробуем уничтожить. Не, даже не через борт. Лучше даже тут. Противник открывается. Три унесли. Четвертому крит. Хороший, плотный. Там бы еще бы залетело бы, наверное. Ну вот этот шафт, конечно, на сейве очень аккуратно играет. Попробуем сейчас на обманочке раскрутить через центр. Раскрутить через центр. Ой, пулик. Очень много накидывает. И от него даже не спрятаться, да, тут? Да. Не спрятаться. Постоянно будет через эти пробивать. 20 киллов. Маловато, маловато. Но не самая удачная карта, наверное. Не стоит, наверное, сильно жаловаться. Но я, честно, ожидал немножко лучшей результатика. Что мне здесь получится дать. Двадцатка это все-таки... Ну, такое, такое. Открытая карта по типу Бриста с нуля бы залетела бы получше. Я уверен в этом. В этом я уверен. Ну и так тоже неплохо. И сейчас еще чуть-чуть покиляем. И парочку. Парочку дать. Будет хорошечно. Хорошечно. Еще хорошо. Еще есть овердрайв. Через овердрайв. Ой, бомбочка. Нормально. Двух ваншотаем. Даже без ДД ваншотает, видите? Без ДД васпика ваншотает. Хорошо. Хорошо. Может, хоперочек поставят? 10 секунд. Не, ему надо было двигаться быстрее. Не поехал. 25 киллов. 25 киллов. Как-то так. Как-то так. Если здесь выкачать, конечно, это все дело. Еще и бустера сверху дать. О, я думаю, что можно и по 50 киллов давать за бой. Но пока что у меня таких вооружений нету. Хоре страйкера надо прокачивать. Но я буду этим заниматься. Кристаллы, если будут, а они должны быть, потому что у меня там еще и контейнеры есть. Будем потихонечку здесь прокачивать. И, возможно, в дальнейшем вы этот аккаунт еще увидите. Если вам, конечно, все это дело нравится. С дистанционочкой, с хоречком. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.